Премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушел в отставку после того, как сотрудники правоохранительных органов страны попытались задержать Нику Мелия, лидера оппозиционного единого национального движения. Экс-премьер отметил, что у него возникли с его командой разногласия по этому вопросу, которые не удалось преодолеть. Вслед за Гахария в отставку ушло все правительство. Я принял решение уйти в отставку. Считаю, что этот шаг поможет уменьшить разобщенность на нашем политическом пейзаже. Я убежден, что раскол и конфронтация – величайшая угроза для будущего нашей страны, ее экономического развития и решения всех проблем. Ника Мелия был признан виновным по делу о попытке штурма здания парламента во время антиправительственных протестов в 2019 году. Из Грузии передает корреспондент Евроньюз. Гахария считает, что хотя лидер оппозиционной партии Ника Мелия виновен и нарушил закон, заключение под стражу лидера оппозиции может привести к дестабилизации и еще большему политическому кризису в стране. Поэтому он полагает, что в дальнейшем его отставка будет способствовать более мирным переговорам между оппозицией и правительством. В июне 2019 года сторонники оппозиции предприняли попытку штурма парламента в Тбилиси. Перед этим здесь побывала российская делегация, и депутат Госдумы занял кресло спикера, что вызвало большое возмущение у оппозиционеров. В ходе последовавших столкновений сотни человек пострадали или были задержаны.